«Старт надежды» проводятся с 2006 года. За это время они стали доброй традицией Курганской области. Ребята соревнуются между собой в ловкости, меткости, скорости и радуются победам. Как говорит председатель комиссии, заместитель губернатора по социальной политике Марина Александровна Калугина, грамотно организованный досуг несовершеннолетних – лучшая профилактика подростковой преступности, чем мы и занимаемся. Данные «Старты надежд» направлены на мотивацию к занятиям, к систематическим занятиям физической культурой и спортом. В программе стартов 5 конкурсов – разминка, хоккей с мячом, каракатица, подача в обруч и эстафета-биатлон. Около 2 часов команды вели борьбу, в итоге победителем стала сборная Кургана. На втором месте ребята из Первомайского округа, а бронза досталась жителям Заозерного. Елена Шутова, инспектор по делам несовершеннолетних, считает, что спортивные соревнования очень важны. Результаты, я считаю, есть. Конечно, не всегда, но для некоторых детей есть. Многие из них исправляются, их заинтересовывает спорт. Они в дальнейшем начинают, значит, выбирать какой-то вид спорта и заниматься. Теперь победители отборочного турнира встретятся в финале с командами Притобольного, Шумихинского, Варгашинского и Катайского районов. Олеся Караульных, Дмитрий Соснов, Сергей Абалмасов. Информационное агентство «Курган.ру».